Всем привет! Как у вас дела? У меня сегодня отлично, у меня понедельник, и все, у меня школы нет. Я теперь не знаю, чем заниматься, но вот я хочу свои окна в машине именно затемнить. Чтобы затемнить мои окна, ауч, солнышко, мне нужно заплатить где-то $180, я уже узнавала. Но мне, я не хочу полностью их затемнить, чтобы было на всю жизнь, потому что зимой у нас не так сильно жарко. Я хочу, чтобы в машине было светло, так как у меня кожаный светлый салон. И поэтому я сейчас вот заехала в автозону, и я хочу с вами посмотреть, чтобы купить такие шторки на липучках, именно сеточные, темненькие, чтобы не так сильно было жарко, и чтобы руки мои не обгорали, потому что очень печет. Короче, сейчас посмотрим. Так, вот это большой магазин. Автозона, здесь все есть. Здесь можно покупать и масло для машины. Что здесь еще? А, это, да, мне же нужно посмотреть. Очки всякие. Мне не нужно лампочки, фары. О, это круто. Но мне это не нужно. О, вот видите, чтобы окно, именно переднее, лобовое, чтобы не так сильно жарко было, вот стоит $7. Мне нужно было боковые. Всякие вот здесь есть даже спрей, если там что-то скрипит, замки. Мне нравится это. Колеса там что-то смазать надо. Я вообще очень люблю, что связано с машиной. Я много чего умею делать. Вы представляете, у меня даже случай один был, что я один раз в Израиле как заменяла лампочку. Фару, так сказать. Но я хочу полностью все научиться делать в машине. Потому что я не хочу ее возить все время. Но если такое элементарное, я хочу все сама делать. Так это все лобовое стекло. Мне нужны шторки. Так это что? Полировать машину. Окей. Так это не то. Так, идемте искать. Смотрите, чехлы на руль. Ух ты! Ой, это сильно большой. Мне большой не нужен. Мне такой подобный можно. Кожаный, да, вот смотрите, у меня точно такой салон. А интересно, сколько он стоит? А, вот $15. Ты класс. Так, а давайте какой-то девчачий посмотрим. Ой, я всегда, когда была в Украине, я всегда мечтала какой-то подобный такой. Ой, такой мягенький. Чтобы ручки было тепленько. А вот всякие со стразиками, блестяшечки. Ой. Здесь еще также есть, видите, как бочонок такой. Стоит $16. Это здесь можно кофе, чай. Чтобы как термос был. О, смотрите, еще на эти ремни безопасности можно тоже мягенько одевать. Если вам натирают, что-то там сильно передавливает, можно вот такие. Ой, какие они классные. Пахучки всякие в машину. Я очень не люблю пахучки в машину. Я просто не могу их переносить. Запах такой пи. О, смотрите, еще чехлы на сиденье. О, вау, здорово. Класс, сколько чехлы стоит? 30. Вот, что я нашла. Я спросила только, что к ним подошла, к работникам. Ну, вот как я вам показывала, вот есть просто на лобовое стекло. Я вот уже выбрала две штуки такие, видите, солнцеотражатели. Protection. Sun Protection. Тут две штучки. И стоит это, вот тут оно было, стоит $5. Но есть еще вот такая одна штука, стоит также $5, но здесь на липучках такая как длинная палочка. Она цепляется вот так и как шторка опускается тоже. Тоже стоит такая же цена, но одна штучка на одно стеклышко. Есть еще вот такая, стоит тоже $5, но она полностью клейкая, полностью вся эта лента. Одна сторона снимается клееночкой и полностью цепляется на окно. Но я думаю, это мне не нужно, потому что иногда солнца нет, и я хочу, чтобы в машине было светло. Поэтому я остановилась на выборе этом, и я думаю, сразу две купить или одну, потому что, может, попробовать сначала две. Наверное, только одну куплю. Тут все равно две штучки идут на задние или передние окна. Если она мне подойдет, я еще в другой раз подъеду и куплю. Thank you.
просто я со знакомыми приехала, а нужно поменять тоже масло на Volkswagen. Все, наполняю теперь Volkswagen. Маслечко вот такое. Сказали, 7 бутылочек надо таких заполнить. Это синтетическое масло, оно очень хорошее. Есть обычное, но нужно машину менять. Масло в машине каждых 3000 мили. А это синтетическое, каждых 5000 нужно менять. Классно, все, теперь она будет хорошо ездить. Вот видите коробочка? Такая. Смотрите, смотрите. Ай, смотрите! Короче, я приехала, поменяла масло со своими знакомыми. Смотрите, приехала я мимо частных домов, оставила машину и смотрите, гамак. А еще здесь есть домик на дереве. Как классно, я всегда в детстве мечтала себе домик. Классно, там, кажется, колонки даже есть. И вот такой гамак, очень красивый. Сейчас я вам кое-что покажу, что растет в саду. Мне кажется, это какие-то наши, русские. Потому что огородик, видите? Персики там растут. И смотрите, дерево с абрикосами. Дерево с абрикосами, вы посмотрите. Это сейчас май. У нас сегодня 23 число. Да, и посмотрите. Его на полу попадали. И вот смотрите, я уже взяла. Смотрите, какие красивые. О, классно. Это так здорово. Как в Украине у меня даже таких больших не было. Сейчас я съем. Смотрите, какая сочная. Ой, какая вкусная. А сладкая какая, супер. Ой, как жалко, я не могу достать до тебя. Вот, у меня еще тут я чуть-чуть посрываю. Посмотрите, вот там кабачки. Видите, посадили. Там еще черешня. Очень круто. Так, у нас сегодня не очень тепло. У нас прохладно. Но мне нравится такая погода. Так, давайте я буду кушать. Я сейчас приехала в корейский, сейчас очень много скидок здесь. Вот две коробочки можно купить за $3. Смотрите, какая красивая коробочка. Вот такая коробочка, две штучки такие за $3. Черника можно коробочку купить за 3,99. Я купила себе две коробочки. И пойдем еще смотреть, что там. Там, по-моему, да, вот смотрите, еще авокадо. Две штуки за $1 можно купить. Смотрите, какие большие. Но еще очень жесткие, поэтому я не буду их сейчас покупать. Так, что мне еще надо? Какие-то фрукты нужны. Так, сейчас посмотрим. Смотрите, маленькие, как... вот маленькие, как дыни такие. Но они не маленькие. Они... Вот, смотрите, такая. Такие две штучки можно купить за $1. Конечно же, как я не куплю. Я очень люблю фрукты. Еще я, кстати, картошку купила. Вот. За 2 с чем-то. Тут 10 килограмм. 5 килограмм. Очень красивая, большая. Так, и все, сейчас мы дыньку купим. Потом пойдем еще посмотрим. Может, еще есть всякие. Здесь в магазине есть вот такой большой, как ванная такая. И здесь вот уцененные товары. Все есть. Ну, там на какие выходят срок. Скоро там, через неделю выходит срок. Вот видите, это соевое молоко. Вот стоит 99 центов. Такой огромный. Огромная коробочка. Потом есть вот сыр, чеддер, его взбивать, а потом на печеньку, на крекер. Видите, какой? Всякие кетчупы. Ой, мамочки. Потом вот масло, выходит срок у него 26 мая. Ну, вот такой. Если вы хотите прямо сейчас, вам нужно потратить, то это как раз для вас. А вот есть еще кетчуп такой. Видите, очень пекучий. Хат, это пекучий. О, смотрите, а цена 10 центов. Ну, потому что, что там пишут? Выходит срок. Непонятно когда, но, короче, скоро, значит. Раз пишут так. Вот всякие вот такие, также всякие соусы. Вот 10 центов, 10 центов. Вот все такое. Есть еще вот
молоко какое-то, бывает пряженое или бывает сгущенное, тоже 10 центов. Я нахожусь в отеле конфеточек, вкусненьких. Вон, видите, Милка шоколадка есть. Вот у нас здесь наши украинские, русские конфеты. Смотрите, мятные конфеты, Горівка, рошеновские конфетки, пчелка, бджілка, видите, эклер, это вкусные, я люблю больше такие. Потом мак, ну все, вы такое знаете. Рачки. Я их тоже очень любила в Украине. О, это было что-то. Краплинка моя любимая. И лещина здесь есть. И барбариска здесь есть. И ромашка здесь есть. Ух ты. А смотрите, еще здесь есть зефир. Смотрите, какой красивый цвет. Ух ты. Как пряженое молоко. Пряженое молоко. Это топленое молоко. Видите, цвет какой? Есть обычный белый. Вот. Видите, белый. Есть такой вот, он такой красивый, ой, как хочется. Вот стоит он этот в шоколаде 3,69, а этот 2,99. Смотрите, какая Милка, у нас дорого здесь, стоит 4,29. Ой, да, смотрите, еще сразу на украинском хочется сказать. Смотрите, вечерний Киев, Киев вечерний. Ого, $11 стоит. А есть вот большая упаковка вечернего Киева и стоит $14. Ой, как хочется. А, и ассорти у нас есть. О, и птичье молоко. И вот. А, я хочу такое. Я очень хочу такое. Смотрите, акция стоила 2,69, а сейчас стоит $1.99. Конечно, я возьму. Давайте с серединки, а то, чтобы его никто не трогал. Какой мальчик милый. Я всегда в Украине любила их покупать. Я в школу шла, покупала и ела на уроках. Это что-то вкусненькое. Ну все, пойдем. Так, я же уже вам сказала, что я купила рыбу скумбрию. Так, сколько я? По-моему, 5 штук я купила за 4 с чем-то доллара, мне сказали. Такие огромные, видите, рыбки. Потом клубничка, картошечка. Это сливки, чтобы для клубники смешать. И дыньки. 2 штуки за доллар. Все, а теперь сейчас... О, видите, что у нас еще? Дорого стоит. 2,50 рошеновские шоколадки. Мерси. Шедевр. $12. О, вау. Вот такие всякие. Все, идемте уже. Смотрите, у нас есть еще масло. Королевский смак. Потом домашнее. Видите, сонечникова олія, сонечникова золота, деканька. Помните, я помню такое. А вот это вот чумак, какие тут у нас есть и майонез, и кетчупы. Потом, смотрите, у нас оливковое масло стоит, вот было $10, стало 8 сейчас скидки. Потом, вот смотрите, у нас есть еще с косточек виноградных. Такое, видите, светлое стоит, вот тоже по скидке 4,29. А есть еще с темных косточек. С темного винограда. Такой темный и светлый. И стоит тоже... А, это дороже стоит. А, потому что больше стоит. Вес, видите? Вот так. Ух ты, я никогда такого не видела, что с косточек виноградных. Ух ты, и взять этот с виноградных косточек. Оно очень полезно. Каждое утречко можно пить... Ой, мамочки родные. По чайной ложечке. По чайной ложечке это маслечко. И будет для волосиков хорошо, и для лица... И в салатики добавлять, так что за $4 вот 2 литра я купила. Все. А теперь точно на кассу идем.